Добрый вечер. Находимся в отеле Примасол Хангар Сиде. Вот сейчас покажем ужин. Перед входом в ресторан везде стоят эти руки. Дезинфицированы. Приходим. Маску. Ай-яй. Я потом. Ебусь. Все, температуру тебе замерили? Руками нельзя. Вот, правильно. Молодцы. Да потом я. Ладно. У меня все поцарапано. Маску взял. Я потом бы получила. Куда ты пошел? Не туда. Ты, может, туда пойдешь? Слушай, ну, куда? Ты сегодня у нас на ужин. Риц. Это что, какие-то мясо тушеное, говядина? Ты не будешь себе сразу накладывать? Нет, пока нет. Грибы. Я, грибы тушеные, очень вкусные, шампиньоны. Это мясо. Курица. Курица, чипсы. Картошка пюре, я уже вижу. Пюре. Какие-то мясо с чем-то, не пойму. Фрикадели. Тоже какие-то тушеные овощи. Тупес. Это рыба, о, моя тема. Вот это я затащу сегодня немало. Тут мои любимые пирожные. Дофига. Супер, самые мои любимые пирожные. Время дают штуки по 15 тысяч, но они только даются на ухо. Вообще, самые вкусные вот эти вот. По пальцам не лезь. А с той стороны не будешь пирожки? Буду, я беру вот это. Все время телятина. Осень с картошкой. Тут баранина, телятина. О, тортик. Ты посмотри, какой красивый. Вот это тоже прикольно. Что-то торт еще никто не начинал. Красивый какой. Первый мне охота есть. Пойдем, там еще готовят. Вот. Вот. Вот тут курица снова. Отдельные куски жареные. Помидорчики. Лук, макароны, картошка, фри, спагетти, это что? Овощи тушеные, жареные это, на гриле, это рыба, опять, вот такой, отбивные, отбивные, жарят тут. Добрый вечер. Вот тут специи разные, кому насыпать, кому что. Фруктики. Фруктики, что сегодня? Мандаринки. Яблочки. Вот эти я все время беру. Вкусные, голубые. Все ясно. Бери, Олег. Хлебушек разный. Олег, ну ты... Салатики. Я лук беру такой, маринованный. Где рыбка копченая? Я прощусь, копченая рыбка. Мясо какое-то тут на шпажках, Женина. Рыба какая-то. Ну, рыбка копченая такая, но моя самая любимая скумбрия. Перчики. Вот это вот все. Баклажаны, перчики. Салатов, салатов дофига. Сыры, сыры. Копченая скумбрия, супер. Вот это вообще пальчики оближешь.
Это самое, мы еще в отзывах, когда сюда ехали, прочитали. Люди писали про эту рыбу, я попробовал, действительно. Такие красиво сделано. Разные соусы, помидорчики. И пицца. Хай, пицца. Садимся мы тут. Нашел место. Вот тут наборчики такие дают. Я потом. Куда их салфеточки? Одноразовый соль. Подходит пить, приносит. Заказываешь пиво, там или вино, или кофе, все приносит. Так что супер, рекомендую. Все, пока.